Всего на уборку города от снега готовы выйти 103 единицы техники компании «Магистраль», которая до 31 декабря отвечает за содержание города. Контракт был разыгран в марте. Новую технику, которую приобрели для уборки снега в этом году, продемонстрировали мэру Вологды Сергею Воропанову. У нас 3 штуки для снятия скользкости на тротуар. Одна из проблем в уборке города, которую показала прошлая зима, это недостаток техники для вывоза снега. Поэтому к нынешнему сезону «Магистраль» приобрела еще 2 самосвала. Технику приходится обновлять, чтобы она гарантированно работала и желательно даже, может быть, в 2 смены. То есть одна из самых качественных, самых востребованных и распространенных автомобилей – это вот марка «Volvo». Этот самосвал везет порядка 25 кубов. Подрядчик также приобрел 4 экскаватора-погрузчика, с помощью которых можно работать и на тротуарах, и на второстепенных дорогах. Отметим, что эту технику можно назвать универсальной. С ее помощью можно быстро расчистить снег и погрузить его в кузов. Техника у нас готова уже с первых чисел ноября. КДМ-ок достаточно, их 20 штук. То есть тракторов порядка 40 единиц, 5 грейдеров для отрезки снеговых валов и расчистки второстепенных дорог. И при необходимости есть возможность задействовать порядка 35-40 самосвалов нового снега, если будут действительно обильные осадки. Ранее мэр города поручил подрядной организации найти возможности арендовать технику в ситуациях обильного выпадения осадков. Такие дополнительные соглашения с предприятиями «Магистраль» заключила. Вопрос утилизации снега следующий. Были случаи фиксации, когда снег высыпают в русло реки, допустим, еще куда-то не санкционировано. Как сейчас будет выстроена эта работа? У нас стандартно, то есть для увлажнения бывшего полигона на Мундурово, то есть ежегодно у нас, в принципе, люди готовы туда принимать снег. Готовы и работники. В ближайшие месяцы 130 человек будут задействованы для ручной уборки города. Кроме того, подрядчик уже начал обрабатывать улицы противогололедными материалами. Сейчас преимущество отдают обработкой солью, чтобы было меньше грязи. Для работы в зимние месяцы «Магистраль» заготовила 15 тысяч тонн песка соляной смеси и 2500 тонны соли. Сегодня мы обсудили с подрядчиком, как будет произведена зимняя уборка. Значит, посмотрели, что подрядчик технику подготовил к зимнему содержанию. Буквально в выходные, по прогнозу погоды, ожидается обильное выпадение осадков, снега до 8 сантиметров. Значит, и вот эта техника уже будет трудиться на улицах нашего города. Мы совместно с департаментом и с вологжанами, с нашими, будем контролировать ход уборки нашего города. Напомним, что компания «Магистраль» отвечает за содержание магистральных улиц и тротуаров, за уборку дворов управляющей компании ТСЖ. Территорию торговых центров должны приводить в порядок владельцы торговых точек. Полина Салата, Михаил Протасов, Вологда РФ.